хотя поводов для беспокойства нет. Счет 4-2 и пятую шайбу никак не может забросить СКА. У Мортенсена был отличный шанс, но Янус перекрыл, зацементировал всю нижнюю часть ворот. Давайте посмотрим. Неожиданный отскок от крышки сигарета. 3 или 4 броска произвел Мортенсен. Давайте считать. Раз. Неудачный бросок. Вот еще одна попытка. Третья. И все.